Почти каждый брещанин хоть раз бывал в аптеке номер 3 на улице Советской. Одной из самых старейших в городе, построенной еврейским архитектором Соломоном Гринбергом в 1925 году в честь своей жены провизора. Даже сегодня, стоя в очереди за той или иной микстурой или разглядывая витрины с лекарственными препаратами, на отдельных полках можно заметить прозрачные емкости – штанглазы для жидких и порошковых лекарств, оставшиеся с тех незапамятных времен. Уникальность этого фармацевтического заведения в том, что оно ни разу не изменило своего предназначения и сегодня предлагает самый широкий ассортимент лекарственных средств от любых заболеваний, в том числе и простудных. Ассортимент противовирусных и иммуномодулирующих средств представлен в аптеке 60 наименованиями, более 60 наименований. Это такие лекарственные средства, как Ремонтадин, Ангримакс, Гроприносин, теперь и отечественного производителя под названием Иммунозин. Можно применять также для лечения и профилактики вирусных инфекций гомеопатические лекарственные средства, как для взрослых, так и для детей. Анаферон, инфлюцид. Хочется особо отметить лекарственное средство Грипомикс нашего отечественного производителя Ликфарм, который оказывает не только симптоматическое лечение, но и лечебное действие за счет удачной комбинации лекарственных средств. Часто клиенты просто теряются перед огромным количеством лекарственных препаратов. На помощь блуждающим среди микстуры таблеток приходят опытные провизоры. Светлана Семенюк – одна из них. Работая фармацевтом 37 лет, она успела полюбиться берестейцам, которые приходят Светлане Михайловне в аптеку как на прием к врачу за консультацией. Поделилась опытный провизор секретами борьбы против приставучей простуды и с нами. Я люблю предлагать ножные ванны с морской солью, с горчицей очень хорошо. Значит, ингаляции дома, в домашних условиях. Но, естественно, не таким уже кипятком, как люди, чтобы не ошпарить слизистые. Где-то температура где-то около 40 градусов. Если нет аллергических реакций, травяные ингаляции. Либо это минеральной воды. Боржоми очень хорошо. Такие щелочные ингаляции. Великолепно отходит мокрота. Если вы еще не успели стать жертвой простуды или она недавно вас покинула, следует обратить внимание на витаминные комплексы. Ведь они, как известно, одни из самых действенных средств профилактики и поддержания иммунитета. В аптеке представлено более 150 видов витаминов для взрослых и детей. Также можно применять лекарственные средства растительного происхождения. В виде жидких лекарственных форм это настойка женьшеня, экстракт элеутерокока и эхиноцеи. И можно применять в виде таблеток фитонсол и хинген. В преддверии сезона простудных заболеваний в аптечной сети Брестской области и на Брестском областном аптечном складе создан трехмесячный запас фармацевтических средств для лечения и профилактики простудных заболеваний гриппа. Поэтому сегодня, зайдя в любую аптеку города, можно без труда обнаружить на полках препараты, предназначенные для борьбы с насморком, кашлем и другими симптомами ОРВИ. Это значит, что сезонные вирусные инфекции аптечная сеть города встретит в полной боевой.